Этому молодому боксеру смелости не занимать, ведь не каждый согласится выйти на спарринг с олимпийским чемпионом по боксу. 15-летний Сергей Труфанов полтора года занимается в спортивной школе и не мог упустить возможность побороться с Александром Левзяком. Было на самом деле очень стрессно было, что он меня позвал. Но потом я понял, что надо же стоять удар, держать его, надо уметь, потому что у него удар тяжелый. Ну, главное, надо стоять в защите, на ударе отвечать, надо зажимать его, чтобы он не уходил, и все. Спарринг провели в рамках мастер-класса. Сюда приехали почти 100 начинающих боксеров Алмазного региона. Александр Лебзяк провел для ребят тренировку, посмотрел на работу в парах, дал профессиональные советы. Главный тренер – это как главнокомандующий. Он выбирает стратегию и направление. Мастер-классы – малая часть программы. Боксера пригласили на открытое первенство Мирнинского района. В спортивной школе было на что посмотреть. Участники сражались словно за титул чемпиона мира. Александр Лебзяк говорит, что порой за такими боями интереснее наблюдать, чем за противостоянием звезд мирового бокса. Есть такое выражение: выбери себе работу по душе, и ты ни дня работать не будешь. Вот примерно у меня так же. Когда мальчик что-то выигрывает, какие-то маленькие соревнования, радости, как будто мы выиграли Олимпийские игры. Поэтому тот труд, который вот ты вложил мальчика, и когда он выигрывает какие-то соревнования, конечно, это больше как бы приносит радости, удовольствие. Бои в спортивной школе длились 2 дня. Спортсмены соревновались по 3 возрастным группам и нескольким весовым категориям. На протяжении всего соревнования на трибунах не было места. Поддержка из зала только больше мотивировала спортсменов на победу. А те, кому удалось одолеть всех соперников, получили заслуженные награды из рук чемпиона. Радость. Выиграл соревнования. Уже не первые свои. Соперник был очень хороший. Бой был действительно достойным. Мне все понравилось. И организованность данного соревнования тоже на высшем уровне. Присутствие чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр сделало местное соревнование настоящим праздником для всех любителей бокса. Сотрудники районной администрации обещают, что Александр Лебзяк – не последний именитый спортсмен, который приедет в алмазную столицу на соревнования и для проведения мастер-классов. Вадим Ахмадуллин, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».